Да, еще ГГшники, выпейте банки. Че вы, как бедные. Банки пейте, дамажить надо, парни. Я даже на АП вам крикнул. Дамажить будет. А вы без бафа пойдете, да? Я и бафал как бы. Я отбафал и сел попить. Подождите. Скоро как женек будешь. Дайте флаг. Все, я готов. 30 секунд. Ну, он кастуется, так что давайте лучше подождем. Отсчет времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение. 2 секунды огонь. Раз, два. Огонь. И сюда, ебать, банка консервная. Так, огонь 5 секунд, тут все падает. Да, это нахуй. Блять, ну в центре не стоит. Да, блядь, в центре. Через огонь должен быть пал. Старайся в бочку где-то бежать. Огонь скоро, можем уже подходить. Ходите. Огонь. Прохили, прохили. О, ничего. Ой, блядь, мины, осторожно. Все, блядь, не надо, не души. А секунд огонь, подбегаем. Одна. Куда мне его? Самоуничтожение области через 8 минут. Поближе к кругу держитесь, вы еще один будете скидывать. Сокру будем давать на... Сокру дай. Эма дай. Эма на огонь дай. Беги, малышка, беги. Стрел, дамажим. Я, вы огонь прям по кругу ебанули. Прям не очень удобно. Прям скинули огонь, прям ужасно. Вам прям по центру нужно забежать. Лок, если что, ставь портал, если не успеваешь. Yes. Огонь прям хуёвый, ну просто посмотри на это. А можно ебать отоплять
игра, это просто пошли. Но мне именно ДБМ показывает, а не таймер. Да. Да нормально, Дэн, сейчас одну снесем и подальше надо встать, а не так близко. После второго этого, после начала второй стадии, надо сразу всем уже в центре быть. Потому что там через несколько секунд, в принципе, через 5, через 6 уже будет огонь. Я не знаю, почему все начинают сначала рассасываться, а потом сбегаться. Ну, мы как видим, я как вижу, нам остается 200 тысяч на утюге после того, как он тушит, поэтому мы попросту не успеваем уже который раз. Либо больше дамага вы отдавайте, чтобы не стопать. Там мы не стопаем. В том-то и дело, что мы не стопаем, и 200 остается, да, а вот надо стопать. Надо было, чтобы было так, чтобы надо было стопать, понимаете? И вы одетые будут, то будем стопать. Были бы вы 200 мы бы третьего хила вам не спекали. А при чем здесь? Я... Теоретически я 220-й, у меня просто две тыньки очень хорошие, 200-й и все. На данный момент хороший. Ну, одна а хорошая, вторая по курсе. Одна у меня на скорость, мне кап скорости дает. Ты обахал. Что-то у нас аура огня нету. Далеко стоит. 2 секунды будет. Раз, два. Это будет красивая победа. Сейчас огонь будет топовый. Сейчас потушу через 10. Одна сила. Тушу. Сейчас я заебись. Сейчас огонь. Секунду. Одна. Две, три, одна, огонь. Заходим. Сокру.
Сокрут, сокрут. Беги, малышка, беги! О, пизда. Огонь, огонь сейчас будет. 2 секунды. Раз, два, три. Сейчас взорвет. Взрыв, как будет, отбежали. Все, и вместе, все вместе. Да, да, на тебе, заебись. Лириэль, заберите агру. Огонь. Огонь, 5 секунд. Огонь, сейчас огонь будет, дай сокру. Я бумбота. Бумбота сейчас взорву. Все, взорвал. Переход. Все, проиграем. И оставьте двух ботов. Все сигналы по третьей до хуя. Огонь, сейчас огонь будет. Беги, малышка, беги! Обстрел пиздатый, парни. Сокру. Я куда уже сокру давал? 18, что ли, заход? Давайте эту сокру ваш. Шоковый. Низ. Входим. Беги!
как сейчас после этой. Дай ЭМА на огонь. Не, по низу стопнули. Быстрее. Молодцы. О, ну, нет, на самом деле молодцы, хорошо бегали в конце. Реально, это было, это намного лучше, чем когда я на Твине тут бегал. Мы бегали здесь. Он пиздится, вот и пиздим. Принимай, блядь, компании не нужны, нахуй их взял. Он ДБМ сменяет лут на третьей фазе, да. Да. Разъебали бы его нахуй. Помой. Начал сосавчик лучше, чем был в начале. Всем два лока. Ой, блядь, а мы разобрались, пойдем чистить. У меня тоже последний наваря. У меня получается нет на ДК и нет на ШП ключ. Да, там не дают чел. Ну, да, блядь, снесем нахуй этого йога. Плюс один-то тоже снесем нахуй. Да снесем плюс один. Плюс один не надо, мне нужен пояс. Плюс один это который с одним боссом. Ну, с одним хранителем. Нормально. С хадиром, с хадиром. Да, хадиром. Погоди, каким хадиром? С торимом. А, надо да, убивать этих. Да, 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 да. Ты так не пугай, Хадир, думаю, фига. Нафига нам эта глыба? Куда протоваться, куда протоваться? Обвалившись, блядь. Блядь, ты сейчас спёшь. В своем конте. Вот я еще раз убедился в том, что 50% успеха — это правильный анонс. Вот у меня сейчас комп на максималках, плюс ДММ, все сверкает, нихера не видно. Я просто слушаю и выполнял команды, все. Давай, щупай звездочку.
правильно. Если, если каждый сам за себя, так фрилут ставь. И без анролов. Вин, блядь! Шит не звездочку! Чего сделать? Как Квин спит, все нормально. Я с тобой разговариваю, ты чё? Так сшиб не звездочку. Что стоит? Ну, квест пошел сдавать. Так вот он стоит, в смысле квест сдавать? А это что бегает вот это вот, нежить? А, я не понял, что ты мне сказал. Давай, звездочку видишь? Вон впереди звездочка, шип ее, дай, дай, вот этого, как его. А, я не расслышал, сейчас дам. Да, да, давай, давай. Нормально все, ничего страшного. Все, погнали. А, если он про меня рассказывает, но я ждал, пока все приготовятся. Зачем он ДБМ включал, типа? Зачем мне говорить раз, два, три, я ДБМ включил. Да еще когда бы три контроля в одного моба пролетал. Повезло, что ты у нас РЛ сегодня. Повезло, что ты у нас сегодня РЛ. И что, как по РЛ? Встань. Там начали. Интересно.
Да, контроль все уже дали. Что-то пошло все. Я танкую. Без меток, как умею. Думаю, справимся. Тут. Зачем? Третью. Можно вторую почистить на всякий случай. Третью точно не надо. А ты точно тут файл скинул мне в Дискорде? Run.exe. Не знаю, что-то вообще. Ну, типа, во-первых, он показывает, что он какой-то run непонятный и, блин. Не сад, я сам тоже не могу скачать, бред какой-то. Запускал, но он ладно, мне понял, типа, уже закончил всю проверку, и типа у него там выбивает, типа, проверка файла run.exe и типа прыгает как дурачок. Ну, типа, сам лаунчер, типа. Типа можно зайти в игру и типа обратно проверка файла run.exe. Можно зайти в игру, проверка run.exe. Тебе типа так каждую секунду так прыгает. Я файл скачал, вкинул в папку с игрой, типа, блин, и что-то нет никакого результата. Получается? То же самое. Хау была такая же вроде проблема, если не ошибаюсь. Да, что такое? Ну, как ты исправил это? Ну, напиши на инфосирус напиши. На mail напиши, что меня типа мол выкидывают. Типа цик 4 именно. Напиши. Ну, они написали мне, типа, мол, вы совершали какие-то подозрительные действия. Типа. А ты совершал какие-то подозрительные действия? Да какие, блин? Ты заходил на какие-то другие аки? Нет. Ну, что-то тебя сочли подозрительно. Не, хотя было, один раз мне давали аккаунт, типа, надо было зайти на одного шамана. Это на X2 был. Шамана, будем веселиться с вами? А попробуй еще удали папку кэш и папку локс. О, да. Давай, метка топовая. Я вам метку такого поставил, за ним бегайте. Если он сдохнет, ну знаете, кто у нас слабый. Давай. Мне вот темное сокрушение не показывает. Рок, давай я лицом его поставлю. Иди спей, иди бей спину. Это безликого показывает 5 секунд.
Ну там погрешность 5 секунд. С меткой безликого, вот, нет, нечаянно. Он метку кидает вместе, типа, если тебя показывает 5 секунд, то он кинется вместе с соплей. Так, я шевелю, да? Так, эти, если что, не нажимаем. А у Ешки всего. Метка безликого 2 секунды. Накалка. Квин, нажми инвиз. Ты, блядь, сейчас сорвешь нахуй, у меня будет пес. Квин инвиз нажал и квазивер на. А, квазивер хорош, уже нажал. Сальву дал ему. Квинус сальву дал. Да, он инвиз нажал. Так я его задал. Да, да, это я ему дал. Вот, метка, квазивер. Нажми и тоже уход в тень. Будь этим, нормально начало. Он там скидывает огручок, кажется. Чуть-чуть скидывает. Не, немного. Не скидывает. Там главное этого, Элема не сорвать. Вот, Элема, кстати, самое будет прикольное, если вы сорвете. Метка безликого 5 секунд. Так, ну, я могу гилку перевесить. Ну-ка, Ипарин, подбеги немного. Оп. Все, есть контакт. Десять секунд. И метка 5 секунд. Ну-ка, квазивер подбеги. Сейчас Элем нужно на. Что можно дать Беру, блядь, раскуярить, хоть я и не набрал нихуя. Метка без Никола 2 секунды. Со следующих, вот, нечаянно. Глям у него. Нормально. Нахилил. Глям нахилил. Мы нахилили 500 тысяч, если что. Какой лям? У него 500 было. Ну, 500 лям, 500 тысяч. Где мой плащик? Хуя не плащик. Понятно. Жизнь. О, да, и вот это кольцо мне. Кольцо заебок, кстати. Проклятие шамана, на прошлый раз она упала, дубинка, кстати, ее кто-то... Кто ее забрал? Ты нахапали? Там, блядь, ебаная хуйня нужна под названием плащ, блядь, с этого босса.
Ладно, давай. Ставь. Возможно. Ромб тоже там стоит. А, ну ладно. Вы как забегаете, кто заходит справа, тот направо бежит, кто заходит слева, бежит налево. Приступаем, да? Пристабал. От черепка отбегаем, парни. Ой, черепками осторожнее, они жрут. 20 сайенса, они жрут. Мозги вас. Еще пробегу. Сейчас пробегу. Не-не-не. Каст? Каст? Блять, у вас стоят. Пусть Рога ко мне станет. А, не Срага, типа. Если у меня Раги не будет, будет хуево. Thank you.
какой моб? Это... Сейчас... Еще последний остался, последний, это последний. Да, вы, блядь, начали бить сразу. Я не могу его забрать, блядь, что за хуйня, я его второй раз кликал. А его спин ничего темнеет. Вы, за... блядь, не слышите, что ли, не могу понять? Я бегу. Ой, три уже их. Отойдите от них. От этой шки. Нам укликнул кас. Второй. Схватило кого-то. Второе. Да я не что-то. Я не умею проклятие. Я знаю. Коты и дискальцы. Я все респалюсь. Все, что вижу. А, да, 10 секунд осталось. Уже можете бежать. Да, да, 10 секунд портала. Ко мне. Стоим, бьем, щупальца, парни. Третий щупальца. Ты... Куда ты в мире ты идешь? Сейчас прибьет нас. Не прибьет, все нормально. Освободили, быстрее. 18 щупальц освободили. Так КД. Не знаю. 45 секунд изнеможения. Ну а хули мы, бля, не стоим, мы сносимся нахуй. Стоим. Мы никуда не бегаем. Стоим, все, сейчас будет 5 секунд. Вас там связало. Вы с другой стороны. Провал бездны, 5 секунд. 5 секунд провал бездны, уже расходитесь по порталам. Разбей это быстрее. Осторожнее, блядь. Сука. Поднимись. А это луч нашел. Бегите от квадрата. Пытался убежать от всех. Бейте щупальца быстрее. Тарис. Он уже не зарез. Да, зарезался. Да. Лови. Сменяйся. Поймал. Вернулись. Я чуть не проебал моба.
Ой, человечек. Ебать, он зарезался нах, как черт. Если у вас слишком маленькое здравомыслие, станьте в танка спиной и бейте его. Не поворачивайтесь никогда больше. Да. Если что, не нажимай это через на всякий случай, это уже проверено. Кстати, Гера может... А, Гера нет. Если, на... Если давали, то... Это... 3 минуты нет. Блять, поймать. Блять. Со всеми ты в бочку стоишь. Я на тебя бежал. Где мог зарез? А он. Так, у кого-то? У Ефарина, осторожнее, 26. 22, 18. Да, у меня так же было примерно, я 6 оставил на комнате. Весил. 14 у Ефарина, будьте осторожны. Ух же! Ви, блин! Бэр? Ты куда? А где? Нету его уже. Все отдали. Нету Бэра. Меня, блядь, спину уебало. Побежал. Я, блин, старался. Ну попытайтесь босса добить, я не знаю. Не, да. Спину, блядь, уебал, сука. Обидно. Он мне уебал 22 и просто 2000 прилетело, блядь. Ну как расставал он тебя допил. Раз не мгновенно все-таки. Африка спит. Можно ебать, это, блядь, правда. Не игра. Это просто пошли не нахуй. Не умирайте, пожалуйста, на первой стадии, на второй стадии. Вот эти лучи, вот эти. Вы умираете, БР на вас дают. Я просто от него отбежать не успел, просто на меня рванул. Да я знаю, бывает. Да я, блин, как бы нон-стопом хилил. Ну, блин, его ударило в момент, когда мимо каста, короче. Да, меня, блядь. Уебало за 2 доли. А, так вот. Ну, говорю, вместо... Вот я кастовал, потом еще раз кастовал. В этот момент тебе и... Не знаю. Это я какие-то, я не знаю, на последней фазе очень, очень сложно Fire Mago кастовать в босса. Долгие касты, блядь. Я имею в виду, что в Аркане гораздо проще, там,
Локу проще всего, сосалку врубил, экзекут фазу. Там спиной дотки кидаются, как бы на щита. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание. Да. Ну, я знаю, по-моему, этот моб не таунчится, когда он без движения. Нет? Он не... Да я бегу к тебе. Да, я уже чертом. Они не пикнут на этом указ. Последний моб, правильно? Давайте быстрее. Еще один. Вон, в звездочке в рамке. Отойдите, сейчас взорвется, отойдите. Вот, отойдите. Щупай. Вот это хуйня. Так, снимись. Отойдите от этого, от квадрата. Да, от квадрата отойдите. Блять, да вот сейчас заебете. Отойди, Эйфорина. Блять, сейчас полетит вас друг к другу. Да они, у них луч, куда им отходить друг от друга? Да вообще похуй. Давай. А где Квазивер? А, понятно. Да, супер. А Квазивер с вами? Ебаная суета у вас. Я поймал. Отошли от квадрата. Квадрат отошли. Надо уйти. Отойдите от лучи. Две секунды осталось. Побежали. Побежали все вместе по часовой. А что это вот такое вот? Что это? А, освободите меня. Бейте двое щупалец. Разлагающиеся в это. Там еще третья текстура, надо. Бля, подбеги, ну нечаянно. Портал. Сейчас порталы будут. Квазивер опять умер. Не стойте с меня. Хватающе разъебить. Задохнитесь собственной ненависти.
Ну, блядь, кто в портале? Рогатога, ты можешь бить его, если что. Сам себя, блядь, освобождать должен. Чё, блядь, с Рагой, нахуй? Мы тоже, блядь, нихуя не можем. Луче. Как он звучит? Под замедлением излучения. Осторожно. Это он выпалит. Освободите сначала. От квадрата отбежали, отбежали. Порталу, порталу сейчас буду. Давай, я с тобой. Давай. Освободите портал. От квадрата. А от черепа отбежали, наконец-то череп кидает. Движение. Пошли большую бить. Чего стоит? Все, бейте. Бейте скайп. А, БР сразу нечаянно, да, и локу. Не сбегай. А, он в комнате. Ну, выйдет из комнаты, здесь. Да. Хотел кого бдилка здесь. Ага, ебать. Блять, а вы стопнуть не можете там, нахуй? Или у вас там времени шли? Ну вы спросили вот... про большие бы. Вот про это я и говорил. Но рано или поздно, блядь, шотит нахер. Ну потому что... в мире бить. Потому что она прям перед ебалом была. Спросили бы. Она в том-то и фрико, она шотает не только те, кто близко, кто ее бьет, а кто еще и рядышком, недалеко стоит, когда... Так ты в прошлый раз спросил еще, я ищу пальцы большие. Чё-то сегодня не спросил. Ничего не... Хуя себе фразочка. Сам придумал. Рядом. Они, кстати, не таунтили что-то, параши ебаные. Смотри, когда мод появляется, он стоит, он не таунтит. Да, да, да. Только когда побежал, только тогда. Ну хватит открывать, ну парни. Да, блядь, ходить, блядь. Это на что умереть? Квазивер. О, на мне не было агро, я вообще не бил. На тебе была агра, на тебя он побежал. И на мне была агра, он вон бил, он бил. На крови не было. Ха-ха-ха.
Рэмси. Можно ебать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Появится скоро, моб появится сзади вас. Сейчас подойду, удар грома нажму. Да понятно, блядь, вы же не должны бить сразу. Хуйня. Выйти приставал быстрее, блядь, начнем быстрее закончим. Все первый раз было что-то заебато. Проблем на ради нету. Все, вообще похуй. Я, блядь, проверяй. 6 метров. Никаких талантов. А этот, если ты проход, у меня он взят. Ты... Бессмысленно ему давать что-то, пока он стоит. Ему даже урон не проходит. Чаржем я уже похуярил, блядь. Поактивировал. Там ебать, он сам решает, как он хочет. Так, у вас моб. Отошли от квадрата. Блять, на меня бежите. Пятнадцать квадратов. 10 секунд. Безумие поглотит!
станешь. От квадрата отошли, от квадрата отошли. Все, сбежали, сбежали. Ну сбегитесь вы, блядь, сучок. За две, за одну можешь припод еще нажать. Нет, ты дальше. А в другую сторону бегите, и все будет забить вас. Порталы 5 секунд, сейчас будут лучи, и потом порталы будут. От квадрата отошли. Лучи не должны, парни. После лучей разбиваем вон вот этот прекрасный. Отошли, отошли от меня. А кто еще в портал? Все, в портал все зашли? Разлагающий, то есть. Побежали на другую сторону, там разлагающий, да большой у нас. Давайте большой бегаем. Там это все. Большой, вон, два разлагающих. Хотя СВ нажал. Не отхилится, нет мы там.
Блядь, вот я смотрю за Квазиера, мне хочется плакать просто. Да он взял Африка и даже не понимает, что здесь ему надо что делать. Ты все свои дотки накинул, кинул сосалку и развернулся вместе с ней, сосёшь его спиной. О, хорош, сосёшь спину, вот так и надо. Смекалка 13%. Осторожно. Не-не, баф, который называется сила, это маяк. Звучение это могу появлять. Чайно пап умер. Да ладно, похуй пусть. Баф дал. Оп, держись. Да блять. Это что проебалось-то, блять, они резаются прям в телах, убивают, потом они только... Добейте. Вы там говорите, кто-то умер, уже 20 тысяч осталось. О, кстати, ступни прикольные. Я бы забрал, да, на изучить. Чу ступни. Уголона? Ступни. Проигран, скорее. Переиграли, блядь, Алгалона. Да, я тоже такую на ДК, блядь, хочу. Я хотел вообще поезд сегодня, ну ладно. Надо кому-то дробяшка исцелить? Ну, на второй спек чисто. Дробяшка. Спасибо. Ну, в следующий раз соберемся получше.